Премьера сезона. Какое средство для укрепления иммунной системы можно найти у себя в огороде? Лекарство должно быть едой, а еда лекарством. Правильно. Что делать, если ненавистные килограммы мешают получить истинное удовольствие от вида собственного отражения в зеркале? Мы только раз. Можно ли лечиться голодом? В чем же тут секрет? Секрета тут никакого нету. Как уберечь свой организм от болезней? И немножечко чесночка, и немножечко имбирька. На эти и другие вопросы ответит вам Геннадий Малахов. Чем больше живем, тем дольше живем. Эх, опа сюда. В гостях у Геннадия Малахова. В субботу на ТВ Рус.